Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор покупочек в магазине «Магнит Косметик». Вот такой вот большой интересный пакетик. У нас счастье, у нас «Магнит Косметик» открыли, так же, как и «Магнит», практически рядом с домом. До этого было далековато, сейчас поближе. И открылся буквально несколько дней назад, вот сегодня мы сходили туда затариться. Буду наведываться туда чаще. Так, ну, мне кажется, чек мы не взяли, поэтому ориентировочно буду вам говорить цены, насколько я помню. Практически все брала по акции. Вот такие вот ватные палочки детские для будущего малыша. Что-то рублей 40-50 они стоят. 56 штук, такие вот с ограничителем, видите, толстенькие, да? Потому что надо, потому что мы одну упаковку уже купили, и у нас дочь ее израсходовала. Беру всегда своим котам Вискас, они его любят, едят. И обалдела от цены, 69 рублей за 350 грамм. Взяла целых две пачки, я такой цены еще не видела. По распродажам за 350 грамм, либо в пачке, либо в коробке, он бывает по 99. А тут по 69, я обалдела, конечно, взяла две. С курицей и индейкой. Там определенный вкус, почему-то именно вот по такой цене. Другие вкусы по 74, тоже очень дешево. Взяла себе мочалку, вот такую интересную, она оставалась одна. Я вообще люблю такие мочалки-губки, где одна сторона мягкая, другая жесткая. Но их только в хозяйственном магазине можно найти, а в «Магнит Косметик» таких нет. Взяла вот эту, она как антицеллюлитная у нас, массаж. Это очень интересно, причем 100 с копейками рублей она стоила. Состав полипропилен, полиэфир. Тут есть дырочка еще, потрогай меня. Я потрогала. Представляю, если все трогали ее, да, в магазине. Мне кажется, она должна быть из разряда, который я люблю. Ну да, да, вот такие еще я люблю, вот это более-менее. Тут внутри поролон, я так понимаю, и есть петелечка, и вот так по бокам она прошита. Она достаточно жесткая, чтобы вы понимали, да? И удобно будет держать в руке, мыться такой. Вот это нормально, такие я люблю, да, хотя бы такую нашла. Так, взяли 4 с дочерью, 4 тканевых масочки для лица по 69 рублей. Так, две таких, от чистой линии. Никогда не пробовала тканевые маски от чистой линии, но, в принципе, к этой серии, к этой фирме отношусь нормально. Так, первый у нас витамин С антиоксидант, экспресс-преображение. Вот такая. Сегодня вечером попробуем, сделаем сочная морожка. И вторые, это бодрящее увлажнение с алоэ вера. Давно не брали тканевые маски. Аква-сыворотка, алоэ 80%, вытяжка. Бодрящее увлажнение. Ну, попробуем. Кто пробовал, девчонки, от чистой линии масочки, напишите. 69 рублей за одну, в принципе, нормально. Так, взяла крот. Трубы прочистить. В принципе, все нормально, но так, больше для профилактики. Раньше, помню, постоянно брали крот. Он был в такой еще бутылке пластиковой, прозрачной. А в это еще не брала. Ну, посмотрим, 99 рублей, по-моему, вот такая вот бутыль. Так, взяла любимый Азелит. Я вам много раз уже рассказывала. Вы мне пишете, Светлана, вы пользуетесь только химией бытовой Фаберлик. Нет, отнюдь нет. Вот это средство, оно одно из моих любимых просто. Антижир. Именно антижир отмывает все. Абсолютно все. Сковороды, кастрюли, плиту, духовку, какие-то сильные загрязнения. Это вот средство. Оно, да, это ГРАС. Кто, девчонки, не пробовал, советую. Где-то 150 рублей в «Магнит Косметик» стоит вот эта бутылка. Хватает ее надолго. И здесь, ну, самое мощное. Мощнее я ничего еще в жизни не пробовала. Удобно, что есть распылитель. Оно жидкое. Прям обожаю. Так, дальше. Это дочь. Взяла себе вот такие бомбочки. Без бомбочек ни из одного магазина мы не можем уйти. По-моему, по 84 рубля каждая, если я не ошибаюсь. Пахнет приятно. Морской такой аромат у всех. Освежитель для унитаза. Смотрите, марки «Магнит», нужные вещи. Я еще, кстати, с такой маркой не знакома. Рублей 40. Взяла, девчонки, доску разделочную, вот такую, обновить. У меня сейчас фаберликовская висит, круглая такая, тоже зелененькая, я такой цвет люблю. Но она уже в непригодном состоянии. Вот сколько она получается? Макс, не шуми! Полгода она у меня пробыла, и уже все, уже видны вот эти царапины. И когда ты ее моешь, эту доску, то она цепляет от губки ткань, которая застревает вот в этих царапинах, поэтому это уже некрасиво и неудобно, и решила обновить. По-моему, 249 рублей вот эта доска, она достаточно прочная, толстая. Вот такая тут ручка, то есть можно и повесить. Вот такая досточка, мне очень интересно. У меня постоянно уже много-много лет доски все в таком цвете.
Люблю. Это же под кухню подходит. И вообще освежающий такой красивый цвет. Надеюсь, подольше прослужит. Хотя тоже они все вот эти доски пластиковые, конечно, будут царапаться. Здесь силикончик мягкий. Здесь и здесь. То есть даже как подставочки такие, видите, удобные. Не скользящая доска. Классно. Классно, мне нравится, супер. Фаберликовскую отправим в пустые баночки. Покажу вам ее в видео тогда, как она выглядит. Так, ну и в принципе все. По-моему, да, последняя покупка. Все остальные магнит. И самое интересное, я облазила весь магнит. Не такой он опять большой построили. Мне хотелось побольше, чтобы там был выбор побольше. Побольше новинок. Но маловат, конечно, маленький магазинчик. Я искала палетку для скульптурирования, либо румяшки какие-нибудь интересные. И прям вот вообще выбрать не из чего. Просто не из чего. Стеллари, палетка для скульптурирования, где хайлайтер, скульптор и румяна, есть. Она уже старая, как бы, ну, ее все знают, и сводчи на нее видели. Мне кажется, это полный аналог фаберликовский, или наоборот, палетки, да. Вот, поэтому решила взять вот такие румяна. Они поярче немножко, чем вам камера показывает. Я вам покажу при естественном свете сводчи с принтом, румяна с принтом. Оттенок F03, бронзовый закат. F03. Сейчас мы с вами откроем и попробуем. Тестера на них не было, к сожалению. Магазин новый, тестеров очень мало вообще. И косметики как-то там маловато. Мне все-таки хотелось побольше. Даже в нашем убогом магните, который... Магнит-косметик, который мы посещали, который чуть подальше, там и то побольше выбор. Я думала, здесь будет поинтересней. Тут даже есть кисточка маленькая, но такой я пользоваться не буду. Неправильно передает цвет, покажу при естественном освещении. Он ярче, насыщеннее. Я взяла даже кисточку, потому что мне хочется попробовать. Палетку фаберликовскую для скульптурирования я выкидываю, потому что эти оттенки мне совсем не нравятся. Ну, пылит, естественно. Прям сильно пылит. Но цвет такой освежающий должен быть. Вот у меня сейчас ничего нет для скульптурирования на лице, ни румян, ничего. Сейчас попробуем. О, да, класс. Класс. Видите сразу? Пигментация насыщенная. Запах, девчонки, как в детстве, Руби Роуз. Ой, класс. Вот это освежающий такой коралловый потон. Вообще супер. Вот то, что я люблю. Который подойдет всем и действительно будет освежать. Ей можно и контуринг делать. Потрясающе. Вообще не ошиблась с цветом. Здорово. И классно, что здесь несколько оттенков. То есть есть и коричневый. Их можно между собой смешать. И она будет у нас универсальная. То есть и вот тут лифтинг-эффект создать, да? Классно. Не хотелось покупать какую-то огромную палетку. Хотелось что-то вот универсальное. Она тоже долго прослужена. Пылит, конечно, жуть вообще. Прям пылит-пылит вообще. Вот видите, освежающий оттеночек. Такой кораллово-персиковый подтон. Вот это, да, вот это и блондиночкам, и брюнеткам идет. Это мне нравится. Сразу вид другой. Это я люблю. Жуть. Сводчики. Не, я вам при естественном свете сейчас покажу. Вообще неправильно камера передает. Совершенно. Палетка при искусственном освещении. Ну вот так вот более-менее верно. Видите, как пылит сильно? Сколько уже за один раз напылило. Вот сводчик. При искусственном освещении. Вот при естественном освещении. То есть видите, какая она яркая. И вот сводчик. Сводчик плохо видно. Вот абсолютно точная цветопередача ее. Поймала. Вот такая. Очень красивая, освежающая прям получается оттеночек. Так, сводч, вот он. Фокусируйся. Ага. Вот такой вот сводчик. То есть есть какое-то, смотрите, даже мерцание легкое, что ли. Вот как она выглядит. И ее оттенок. Ну вот как она на лице смотрится, если делать ей контуринг и румяшки. Очень деликатно в то же время, и в то же время видно, и освежающим. При естественном освещении вам тоже показываю. Вот. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие покупочки у меня были в этот раз в Магнит Косметик. Буду теперь туда чаще захаживать, делать для вас интересные обзоры. Все нужное, все, что прям было необходимо.
Если обзор был вам интересен и полезен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю, целую, всем пока-пока.